Всем привет, с вами мистер Вселенная Алексей Нетесанов. И раньше в нашем зале не было детей. Ну, они такие все энерджайзеры, им даешь упражнения, они за 2 секунды сделают и возвращаются. А что дальше? С ними очень сильно психологически как бы уставали. Но потом, когда мы становились старше, мудрее, больше опыта было, мы, конечно, начали брать детей. Стали с ними заниматься, совсем другие программы, не как у взрослых, совсем другой подход к тренировкам. И тренера в моем зале тоже научились очень-очень хорошо тренироваться с детьми. И сегодня мой друг, ученик Сергей Сергеев, наш чемпион, покажет как раз упражнение со своей ученицей Марией Федешевой. Вот. Поздоровайтесь, ребята. Поздоровайтесь. Ну что, поехали? Да. Поехали. Нашу тренировку мы начинаем с тренировки мышц живота, мышц брюшного пресса. Мы делаем 50 повторений на верхней. Маш, покажи. Не за раз, конечно, набираем в сумме. И подъем ног. Тоже на 50. Все, поехали. Далее мы переходим к приседаниям. Не к необычным приседаниям, а приседаниям на скамейку. То есть мы встаем и полностью садимся. Встаем и полностью садимся. В сумме мы набираем 70 повторений. Здесь у нас задействуется передняя поверхность бедра и ягодичные мышцы. Работаем. Во время движения пятку стараемся не отрывать. Следующим упражнением у нас будут наклоны с гантелями или румынская тяга с гантелями, как ее называют уже в более профессиональном спорте. Мы берем самые легкие гантели, ставим ноги вместе и делаем наклон. Когда делаем наклоны, коленки чуть-чуть сгибаем, поясница всегда в прогибе, плечи отведены назад, грудь расправлена. Выполняем 3 подхода по 25 повторений, никуда не торопимся. Давай, Маш, работаем. We'll be right back.
Далее мы выполняем выпады вперед или разножку, как ее называют по-другому. Мы делаем по 50 повторений на каждую ногу. Во время упражнения стараемся, чтобы у нас коленка оставалась за носком, то есть вперед оно не выходило. Иначе мы травмируем наши колени. Да, хорошо. В этом упражнении задействуются передняя мышца бедра, ягодичная мышца и приводящая мышца бедра. Далее мы переходим к тренировке корпуса нашего тела и начинаем с упражнений на грудные мышцы. Делаем мы на скамейке под наклоном 45 градусов, выжимаем гантельки и вверху их немножко сводим вместе с собой. Делаем 3 подхода по 20 раз. Почему мы делаем под таким углом? Потому что у женщин мышцы в основном находятся в верхнем отделе груди. Следующим и заключительным упражнением на сегодня у нас будет упражнение на мышцы спины, точнее на ее ширину спины. То есть, чтобы у нас фигура была более конусообразная и эстетичная. Маш, покажи. Тяга горизонтального блока. Выполняем 3 подхода по 15 повторений. Давай. Когда тянем, локти немножко прижимаем. Плечи отводим назад и сводим лопатки. Да. Работаем. Поэтому программы для детей, для подростков, они очень важны. И взрослые уже могут приводить детей именно в тренажерные залы. Ну, а пока. Пока.